сегодня в нашем блоге мы познакомимся с владельцами компании Euler. И сегодня мы будем говорить о счастье и о любви к жизни. Счастливый человек — это какой человек? Этот человек доверяет окружающему пространству. Вот мы приехали на наш уже третий сервис. Если у вас есть любимое дело, делайте прямо сейчас.